Станцию Ховрино за Москворецкой линией метро планируется открыть уже в начале 2016 года. Сегодня на строительной площадке трудится около 900 человек. Открытие новой станции существенно улучшит транспортное обслуживание районов Левобережной и Ховрино, северного округа столицы. Рядом с новой станцией появится транспортно-пересадочный узел, который объединит потоки пассажиров метро, наземного общественного транспорта и железной дороги. Ход работы идет в графике. Фактически уже котлован станции готов. Проходка туннеля одного закончена полностью. Второй туннель уже тоже щит пошел. Настроены к тому, чтобы до конца года закончить всю строительную часть. И будет 2-3 месяца на обкатку, значит, на передачу метрополитена. То есть надеюсь, что в начале следующего года здесь уже будет полноценная работающая станция метрополитена. Так как мы здесь планируем транспортно-пересадочный узел, мы посмотрели проект развития этой территории. Здесь будет большой перехватывающий паркинг на 1100 мест. То есть люди, которые едут по дороге Москва-Санкт-Петербург, могут доехать сюда на машине, на автобусе и пересесть спокойно на метро и дальше двигаться в город уже на метро. К настоящему моменту строители полностью закончили проходку первого тоннеля от станции Речной вокзал Ховрино и начали прокладку второго. Новая станция будет расположена с западной стороны улицы Дыбенко вблизи пересечения с Зеленоградской улицей, всего в нескольких сотнях метров от так называемой Бусиновской развязки. У станции Ховрино будет два наземных вестибюля. Антон Мастренков, Сергей Авдеев, Строй Мосру.